Всем привет! Алина Загитова получила высокие баллы 238,43. За произвольную программу получила 158,50. За алименты 43,53 и за компоненты 36,40. Напомню, что за короткую программу получила 79,93. Итого 238,43. С большим отрывом на втором месте Майя Михара, Япония, 209,22. На третьем месте Германия, Луэна Хендрикс, 204,16. Алина Загитова выполнила стабильную программу «Кармен», блестяще, выполнила уверенно, все прыжки чисто. И у нее потрясающее было платье, красно с черным, оно блестело. Я поздравляю Алину Загитову с прекрасным выступлением и с хорошим началом. Поздравляю! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.